Ну что ж, всем привет, меня как всегда зовут Илья, и вы снова на канале Малой Плей. Сегодня у нас игра под названием Liberator TD. Вот, разработчики скинули ссылочку на скачивание. И сейчас посмотрим, как пишут в описании, то это смесь жанров Tower Defense и Top Down Shooter. Вышла в Steam, что-то туда-сюда. Это у нас получается альфа 0.9.3. Ну что, я думаю, начнем. То есть я еще ее не запускал, вот только первый запуск у нас выходит. Сейчас глянем вообще, что так как. Че, Кеплер 4526 или 452Б. Так, мечтаешь о приключениях? Хочешь стать первооткрывателем? Родина нуждается в тебе. Это как этот, в звездных, Звездный десант, по-моему, был какой-то старенький такой фильм. Там также такие призывы прям были. О, это мы, как я понимаю. Так, добро пожаловать на орбиту планеты Кеплер, да, 452Б. Конечную точку вашего маршрута. Температура на поверхности плюс 22 градуса. Погодные условия благоприятные. Окей. Черт, Марвин, сколько я спал? А вы находились в фазе криосна 984 соло-цикла, что равняется 8 742 480 земным часам. Напоминаю, что долгое пребывание в криосне может привлечь за собой побочные эффекты и виды головной боли, дезориентации, тошноты, визуальных и звуковых галлюцинаций. Ёпты, окей. Еще слово, и меня стошнит на твой ретранслятор. Какова задача? Цель миссии изучения планеты Кеплер 452Б. Сбор данных о возможностях терраформирования Восточного полюса. Обустройство территории для приема военной и исследовательской экспедиции. Всю жизнь мечтал обустраивать лагеря. Лагерь вояка. Ага, ладно, пора размять ноги. Окей. Так, ну это так, как так. Это все понятно. Все. О, помню еще, знаешь, была, короче, игрушка. Еще я помню, тогда на Денди играл. Она прям так и называлась. Вид сверху. Тоже такой чувачок бегал. Так, начинаю подготовку модуля для спуска на планету. Окей. Так, ну окей. Все, у нас есть стрелочки. О. А, о, это скафандр у нас. Все отлично. Какая-то светящаяся палочка, которым... Хуй какой-то бегает. Так, для атаки используйте, ну это понятно. Опа, ты еще. А, ну это мы что, ну... Ладно. Нажмите клавишу, да, это свое оружие. О! Отлично. А! Все, все, понятно теперь. Ну чё? Так, перезарядка. Ага. Все, ну как положено. Самая стандартная обучалочка. Ага. Так, куда-то туда там, да? Так. Давай, давай, давай. Так, Марвин, я готов. Что с модулем? Так, система функционирует в штатном режиме, старт и посадка модуля пройдут автоматически в рамках заложенной программы. Окей, пойдем. Так, чуть-чуть. Так, эти дополнительные модули, серьезно, почему мне не дали телепорт? Я что, проштрафился через, ладно, стартуем. А, черт, две, три, твою ж, короче, стартовали, как я понимаю. Да, вон вылетела наша какая-то спасательная капсула. Так, поздравляю с успешным приземлением. Окей, так, Марвин, ты перетряс мне все кишки. Это, по-твоему, успешное приземление? Ну, я думаю, да. Так, особенности атмосферных течений не заложены в исходные данные моего процессора. А также смею заметить, что уровень перегрузки не превысил допустимый для космического исследователя вашего уровня. В отличие от уровня ненормативных выражений вашей речи. Ну, бывает же. Прилечу и чё, перепаяю на тостер, блядь.
Вот я втупил. Ладно, так, открывай двери, шестеренка. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. И не дай великий... Чё, и не дай великий, ты ошибаешься. Чё ты, или ошибся с атмосферы? Так, короче, заебал. Окей, так, наблюдайте за здоровьем. Так, и прочностью базы. Если один из показателей опустится до нуля, уровень, так, уровень будет проигран. Окей. Так, ресурсы. Так. Необходимы для постройки платформ. Окей. Кнопка верхней панели принудительно запускает следующую волну. Окей. А, ну все. А! Меняй! А! Вот так вот, походу, все понятно. Так, отдаляем, приближаем. Очень удобно. Воу-воу-воу-воу-воу, ты че, братан? Так, это мое здоровье, там здоровье базы. Не понимаю. Да ты че? У меня же были эти патроны. Почему у меня нету патронов? Да ладно. Ага, поздравляю с успешным завершением миссии. Окей. Ага, со щитом или на щите? Где мои цветы? Почетный памятник. Вот смотри. А, дали. А, чё? Ага. Оружие, турели. Ага, у нас недостаточно чего-то. Туда. Эй, это и все. Че, окей, да ладно, окей, ага, идем обратно. Старт. Ага, разведывательный комплекс установлен. Так, та-та-та-та-там. Окей. Пропустить. Так, волна одна из трех. Ага. А, тут все понятно. Тут прилетает робот и начинает строить. Это что? Построить турель. То есть это мы для начала ставим основание и потом уже сверху ставим турельку, да? Так, ну окей. Это же правильно? Построить, да, платформу. Платформу еще, наверное, вот здесь вот одну построю. Достаточно деталей. О, ну нормально они их выносят. А почему у меня нету пулек? Ну-ка. Нет. Ты прикинь, я не могу стрелять пульками. Так. Я одного не понимаю, какой смысл колонизировать планету с таким количеством хищников? Шипение. Чё, опять надеюсь, что... А, это действительно помехи. Или я решу, что ты уходишь от вопроса. Так, окей, что там? Ага, все, заправил я. Турель заканчивается. А, ну да, все, заправил. Окей. Ну ладно, поставлю, как бы, пускай стоит. Сейчас, а, вот вторая волна поперла. А мне, блин, стрелять нечем, да, как я понимаю? А, о, не-не-не, не надо ускорение. Мне бы можно было вот эту, короче, не строить, в принципе. Формация. О, новый враг, жук какой-то, окей. Вон они, да. И чё? А, вот видишь, он уже с одного раза его не убивает. Но меня радует то, что я могу вот здесь вот, получается, бегать, и они на меня дожагаться. Так, поздравляю с возвращением. Беды тут пропустить, окей. Это что? Турель сломалась. Для починки подойдите к ней, видите, ага. А, и держать, окей. Так. Давай это тоже чиним, раз надо. Все окей у нас. А, ну в смысле, да, окей. Да, запускай, конечно, третью волну. Че ты паришься? Все нормально. Мы сейчас, нам получается просто, в принципе, стоять и наблюдать, как наша турелька будет разносить их. Причем, я думаю, вторая турелька у нас даже не запустится.
Да нормально, смотри, абсолютно вообще легко прям выносят всех. А, существует, кстати, много игр вот подобного жанра, я не помню, как он называется. То, что вот так вот нам нужно строить базы. Но здесь отличие от многих, то, что у меня есть мой перс, который, мать его, бегает от турельки к турельке. Боишь, отдельно все перед... Ой, ёпта, а что у нас это-то сломанное? Давай, чинись быстренько. Куда ты успела сломаться, только я не пойму. Гаси его. Ага, я ему еще в очко, короче. У вас 10 минут на эвакуацию. Так, остатки ваших противников рекомендую сходить с собой. Окей. Я думал, так, короче, ладно. В смысле, а какие остатки противников? О, новый уровень, все отлично. Далее. То есть здесь еще, видишь, мы всего там по нескольку. Так. Так, необходимо решить вопрос. Так, по предварительным данным, местные кристаллы могут вырабатывать энергию. Требуется установка дополнительного оборудования. Окей. Так, я надеюсь, мне не придется тащить твое дополнительное оборудование на себе. Я должен это надеть. Короче, пропустить оружие. Ура! Купить! Наконец-таки! У меня есть пистолетик. Это уже очень хорошо. Так, персонаж. Улучшение. Окей. Улучшить. Так, это что у нас? Скорость бега. Скорость перезарядки. Прочность базы. Улучшим. Прочность базы сразу улучшим. Отлично. Так, ну вот смотри, уровень мини-босс. Уровень 2. Это мы прошли. Это прошли. Давай мини-босса пройдем. Попробуем. А, ни хрена. Пока что нам нужно пройти этот уровень. Так, любой запах кристаллов по утрам. Ну, окей. Так, короче. О, а здесь-то смотри. А здесь-то у нас... Короче, ладно. Давай-ка, я, наверное, все-таки ставлю где-то вот здесь. Я просто, видишь, я не знаю, где она будет проходить, вся эта херня. Где-то там. Я, короче, сейчас поставлю две турельки, я думаю. Мне должно быть их... Как недостаточно деталей? Ты что, мать твою? Вот это незадача. Недостаточно деталек она мне пишет. Ох ты! Вот это, конечно, вообще не есть хорошо. Так, все равно не хватает. Видишь, мне надо было, получается, одну турельку поставить, а одну с другой стороны прикрывать. Давай, давай. Ставь турельку, быстренько, быстренько, быстренько. А, о, все, понял. Давай, 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 давай. А, в смысле? О, бляха! Давай, 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 гаси их. Да нахер, давай их так, в рукопашку, гаси, гаси их. Да гаси их, ёпта. А чё у нас тут? У нас понятно, у нас все заканчивается. Прибывает поддержка. Кому поддержка-то прибывает? К нам или к ним? Так, это к нам поддержка прибывает. Окей. Давай, 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 давай. Гаси их нахер. И у нас еще недостаточно ничего. Ну давай, ладно, будем гасить вас так вот. Да, да бляха. Давай, придется пока вас так попить. Блин. Блинский, а? Вот так вот, совсем другое дело. Ставь. Вот, быстрей, быстрей. Тихо, база-то у нас еще в порядке. Вот, другое дело. Сейчас там у нас поставится, да ёб вашу налево. Пошел в очко. Вот нормально.
Да, слушай, видишь, надо было, получается, ставить сначала одну. Зарядили. Все нормально, шмаляют, шмаляют. Все окей. Так, это что у нас? Продать. Не, продать ничего не надо нам пока что. О, какой-то феральный, походу, он. Как они их называют? Красненький. Оп-оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо, ремонтирую, быстрее-быстрее. О, отлично. Давай зарядим все. Пока, короче, нормально у нас все выходит. Пока что все практически нормально. Вот давай сюда вот надо еще. С рачником. О, бляха. Ребята, вы что-то это, слышь, понапутали. О, нам надо убежать отсюда. А чё? Бляха. О, как мы, оказывается, бегать-то умеем, да? Давай. Поражение, зонт. Слушай, все, я теперь, короче, понял. Короче, все. Вот эту билиберду ставим здесь. А, нет, ставим ее внизу. Ее мы ставим вот сюда. Сверху на нее мы... Давай быстрее, ёпта. Так, это мы ничего не можем собрать, окей. Вот сверху мы сюда ставим турелечку. Отлично. А с этой стороны уже будем как бы сами тогда защищать. Как они тут у нас идут? Не видишь у нас откуда идут? А, вот они. О, нормально, надо было, оказывается, вот здесь вот ставить. Видишь, немножко я не так все понял. Ну ничего, сейчас поставим еще одну. Так, ну давай, подходите, ребята, подходите. Чтобы вас было больше. Вот так вот, нормально, я думаю, да? Да сдохни ты, ёпта. Вот эту сюда надо нам. Видишь, оказывается. А оказывается, все гениально, как говорится, просто. У нас уже вторая волна, кстати, пошла. Так, ну все, стошку нам, короче, теперь надо заколбасить. Но я думаю, та турелька должна будет там справиться, да? Нам пока вот этих только гасить надо. Так, 6. Ну, конечно, маловато они дают. Ага. Да что? Ты еще и промахиваешь. Ну, это же вообще трындец. Кончилось, ебано. Да, слушай, много они стоят-то, пульки-то, а? Че прибывает поддержка? Давай, где там поддержка наша? Поддержка, кнопку ящика, ага. После какого ящика-то, ёбан? Ну все, айда в рукопашку! Вот так вот, совсем другое дело. А где у меня этот, поддержка-то? Там куда-то там. Давай, нападай, главное. Вот так вот, нормально. Вот, совсем другое дело. Так, а все. Сейчас я вас, двух дурачков, загашу, короче, и пойду быстренько поставлю туда. Давай, быстрее. Ставь турель быстро. Прям быстро надо. Ну-ка, я на вас все-таки пока, наверное, буду этот, вот так вот и гасить. Вот так вот, нормально. Так, все это мы зарядили. Ну-ка. Че? Во-во-во, ты че, блин, дерешься-то, а? Ага. Вот так вот и буду вас... Ах вы козлы-то, а? Ах вы козлы-то, а? Ой, подожди. А как тут? Тут все заряжено. Вы че сюда пришли-то, слышь? Ребята,
Стоямба! Стоямба! Блять, ну давай, козлы. Вот так вас, вот так вас. Вот так вас. Давай, чё уж. О, лечение. Отлично. Давай, гаси быстрей. Ой, блядь. Можно было, кстати, что-то поставить, да, еще вышечку одну. О, кстати, вышечку давай быстренько. Вот, бляха, вот сюда ставь. Давай, быстренько. Нужен стольничек, нужен стольничек. Давай, вот, стольничек есть. Опа, нормально. Все, короче, вроде пока более-менее все у нас. Давай эту проверим. Какой-то патроны кончились. Все окей. О, сразу давай их дашь малять. Вот совсем другое дело. О, ну ничего, так вроде боль-моль у нас. Получается все. Шмаляй, 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 шмаляй по ним. Они не должны выжить. Так, надо будет еще одну поставить, это вот здесь, наверное. Вот сюда бы ее куда-нибудь. Хотя... А, ну это уже четвертая волна. Не, ничего не надо. Мы четвертую волну уже так отстоим. Я так думаю. О, нормально. Еще тут ребята, ребята, ребята. Да, вот этот красный какой-то. Типа мощный, да? Ах ты кусаешься, сука. Ах ты козел. Да, видишь еще, в чем этот плюс вот этой игры, то что мы можем сами, говорю, за наших персов ходить и немножечко пиздюлей раздавать. Так, здесь мы заправились. А, ну у нас, в принципе, вроде и все, да? Ну чё? Вот все, так, оборудование установлено успешно. Ретрансляторы работают. Для улучшения зоны покрытия нужно больше энергии. Так, нужно больше зон. Так, пропустить. Все, окей. Так, не использовать, не допустить урона. Ну, как бы, блядь. А ресурсы где собирать? Что-то я, походу, не догоняю немножечко. Сейчас еще раз попробую. Эй, там туда. Эй, игрок, да-да, я с тобой говорю, что тебе нравится наши. А, ну вот, кстати, да, о чем мне говорили, говорит, не пугайтесь. Конечно, нравится. А, так, проголосуй. На гринлайте. Окей. Ага. Так, ладно, там разберемся. Давай-ка, мини-босс. Попробуем. Попробуем. Недостаточно звезд. А! Все, теперь понятно. То есть уровень 4 идем легко. Оперли. Так, все-таки туда. Короче, ладно. Давай. Что у нас? 400, да? Так, так они у нас не поставятся, да? Ладно. Z. А, подожди. Так тут же еще несколько входов, да? Слышь, откуда они попрутся-то, а? Здесь вроде как нету ничего. Вон оттуда они поперли. А, они отовсюду прут. Быстро, быстро, быстро. Я думаю, давай-ка мы сделаем вот так, заново все. То есть я теперь знаю, что они прут отовсюду. Да пропустить, окей. Сюда одну. Сюда одну. И сюда одну. Вот так что... Эту мы ставим сразу сюда. Эту мы ставим сюда. Так, ну, а на эту уже чуть-чуть ждать. Так, у нас есть чуть-чуть. Есть чуть-чуть патронов. О, вот, а тут, оказывается, смотри, как тут неудобно-то. Мы пройти не можем. Ебическая сила. О, можем, оказывается. Вот так вот нормально. Давай, ставься, блядь, быстрее. Вот так вот. Вот, совсем другое дело. Да, база немножко урон получает. Ох, нихуя себе немножко.
А почему эти-то здесь пошли? Давай, блядь. О, теперь вообще какие-то, смотри, летающие поперли. Так, ладно, окей, окей, окей. Да, блядь, беги, ну что ж ты застреваешь-то? Давай быстрее. Не-не-не. Капец, слушай, не так-то все и света, ты просто... Так, короче. Быстренько ставим сюда. Давай быстрее. Ставим сюда. Ставим сюда. Быстрее, бляха. Просто реально быстрее надо. Быстрее, быстрее, быстрее. Окей. А эти два, получается, фланга нам придется отстреливать самим. Пока что, да? Так, окей, быстрее. Давай, 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 давай. Вот так хотя бы, да? О, бля, ты посмотри, как быстро-то тут все, а? Не, ну это, ребят, я вам скажу, надо учиться, учиться, учиться играть. Ну-ка, пойду я вас вот так вот. Вот так вот, вот проще будет. Блядь, ну ты, это нереально. Ты посмотри, сколько их тут, а? Вот так вот, окей. Давай, ставь. Вот мудаки, блядь. Так, ну это пока все стоит. Там что-то не... А, у нас сломалось это. Быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Ремонтируй. И они нам сейчас базу снесут. Просто-напросто. Давай же. Ну, что я могу сказать? Ребят, серьезно, очень сложно, очень сложно. То есть, видишь, здесь с четырех сторон начинают нападать. И это просто... Джопа, джопа, джопа. Я не успеваю просто-напросто это все отремонтить. Давай вот так. Да, бля, что-то ж подлагает местами. Давай, опа. Опа. Так, ну все. Две стороны, они мне как бы боль-моль защищены сейчас будут. Этих, конечно, придется гасить пока что так. Да ты, что ж ты еще, блядь, попади в тебя. Ага. Вот, сука, ладно. Так, Z, давай. Да, ай, да ну, убери эту херню, шмаляй по ним. Блядь. Вот так вот. Бляха, бляха. Подожди, ты, видишь, надо еще взять пистолет в руки обязательно, чтобы патроны подобрать. Это, конечно, небольшой минус, я считаю. Давай, блядь, сдохни. Так, ну вроде все пока, пока целые все турельки. Пока вроде целые. Давай, быстренько, Z-ку. Вот так вот. Окей. Во-во-во-во, куда ты? Да ты что ж ты будешь делать? Да, реально, ребят, тяжело. Но игра довольно-таки прикольная. Всем советую. Ссылочка на группу будет в описании под видео. Но на этом все. Пока-пока.